Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Яков Шитагин, и сегодня мы с вами поговорим про заповедь делать цдаку, помогать другим людям, помогать бедным, совершать милостыню. Когда мы садим зерно в землю, человек, который не знает, что это зерно потом вырастет и будет какое-то дерево, и у нас из этого маленького зернышка вырастет персиковое дерево, которое будет давать потрясающие персики, человек, который этого всего не понимает, может спросить, зачем ты берешь зерно и кладешь его в землю, оно же испортится. Мы ему скажем, дорогой мой, это зерно превратится в огромное плодовитое дерево через пару лет и будет нас радовать яблоками, персиками, тем, что на нем растет. Когда мы кладем цдаку, монетку в эту копилку, нам кажется, все, денежка ушла, она пропала, мы вообще не знаем, мы ее уже больше не видим, она куда-то ушла. Нет, говорит нам Тора, когда ты кладешь денежку в копилочку, и ты ее больше не видишь, ты отдаешь ее бедным, это потом прорастает, как то плодовитое дерево, и оно принесет тебе много-много благословений, тебе, твоим детям, твоим внукам, через какое-то время. Точно так же, как дерево прорастет и будет давать тебе прекрасные плоды, вот твоя цдака, твоя монетка будет тебя защищать на века и нести тебе много благословений.